История, военное дело и физическая подготовка. Свои достижения в этих сферах продемонстрировали подростки Московской области в Дмитрове, где прошел этап Кубка по военно-прикладному многоборью. Химки в областном турнире представляли кадеты клуба «Антитеррор» школы номер 8. Кубок посвящен 75-летию битвы под Москвой. Его этапы будут проходить в течение года в разных городах области. Мероприятие будет разбито на различные этапы. Вот следующий этап будет такой же проходить в Дубне, потом в Химках, Подоль, в Москве, ну и, соответственно, по всем городам, и заканчиваться он будет в Клину, так как Клинско-Солнечногорская наступательная операция была. Любовь к родине и стремление к самосовершенствованию объединяют ребят из Подольска, Химок, Дубны, Талдома, Воскресенска, Москвы и Дмитрова. Всего на участие в Кубке подали заявки 23 команды. Куратор Химкинской считает, что такие мероприятия не только воспитывают в детях силу воли, но и дают поддержку от ребят с такими же взглядами и интересами. Они не одиноки в своих городах, да, вот какие клубы, в населенных пунктах каких-то. Есть места, где они могут встретиться, обменяться телефонами, информацией какой-то и понимать, что еще рядом с ними есть такие же по духу близкие люди. Чтобы с успехом пройти все испытания, нужно не только иметь хорошую физическую форму, но и разбираться в медицине, иметь хорошие навыки тактической стрельбы. Высокий уровень интеллекта и эрудиция помогают пройти историческую викторину, а военная эстафета и пейнтбол выявляют ловкость и умение стратегически мыслить. Команда из Химок прошла все испытания и оказалась лучшей в нескольких этапах. Впечатления у меня отличные. Много познакомились с друзьями, хорошо прошли этапы. Хорошо провели время. После этого турнира химчане решительно настроились на участие в следующих этапах, где они смогут показать еще более высокие результаты.